Встреча друзей, мне кажется, это самое правильное, как можно это назвать. Встреча воспоминания, то, что было хорошее и большое в жизни, с чего у кого-то, как у меня, такой это был финальный аккорд, я имею в виду Олимпиаду, у кого-то это было начало новой жизни, потому что она реально, Олимпиада поменяла много и в жизни каждого из нас, и спортсмена, и человека, и я бы даже сказал, в мировом баскетболе многое поменяло. Я буду немножко пафосно, но я уверен, что так и есть. Мы осознаем самое главное, то, что мы собираемся вместе, мы хотим быть вместе, и мы вот уже 30 лет, мы вместе. И сегодня, как вчера. Папина заслуга, что не было там типа вот литовцы. Если был там литовец, меняет там украинец, или украинец меняет литовцы. Это уже все. Это был раздел команды. А когда мы были, так сказать, по игре были, ну, все в одной куче, в одном понятии, тогда было, наверное, результат вышел. Конкуренция очень большая. Мы тоже же друг за другом гонялись. И Хахама за мной, Курт за мной, я за ними. Мигель тоже не подарок, Валтерс тоже, как сказать, это была, как сказать, ну, мужская конкуренция. Мы делали свою работу, мы любили эту работу, не задумываясь о том, что мы осознаем или же мы дали дорогу. Когда мы вышли на полуфинал в Сеуле, огромный плакат был развернут американскими болельщиками. Мы ждали этого 16 лет. Действительно, потому что 16 лет не встречались сборная Советского Союза и американцев. То они не приехали в Москву на Олимпиаду, то мы не приехали, то мы не встречались в 76 году, не попали на американцев в финале, нашу бронзу взяли. И опять проиграли. И опять проиграли. Для американцев это была пощечина. Я дал кредит папе, потому что 2 дня был выходных перед полуфиналом, и он ходил со всеми, лез в душу, и мы должны выиграть, мы лучшие, мы самые лучшие, мы так и так, так и так. Это его заслуга, что он психологически, настройка была с его стороны, как сказать, ну такая человеческая настройка. Вопросов нет, я думаю, все видели, да? У всех люди мурашки пошли, мы с Валерой сидели там друг друга, так раз чуть-чуть зажали, там как вы и болели. Вдруг проиграем. Все нормально.